Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Артем Горбунов. Я расскажу вам про роман Алексея Иванова «Блуда и Мудо». Писатель Алексей Иванов будет гостем форума молодых литераторов России, СНГ и стран зарубежья, который пройдет в Ульяновске в сентябре этого года. Роман «Блуда и Мудо» был встречен неоднозначно как и критиками, так и обычными читателями. Кто-то называл его шедевром, а многим было противно читать книгу. В чем-то она напоминает первую книгу Иванова «Географ глобус пропил». Однако здесь, в бытоописание, пускай написанное на одном из лучших языков русской литературы за последние несколько лет, вырывается настоящий авантюрный роман. Смешной, дерзкий и философский. Главный герой книги, пьющий, но обаятельный художник Моржов, пытается спасти от реорганизации дом пионеров, в котором работает, и для этого придумывает аферу похлеще чичиковских мертвых душ, в которую впутывает и своих коллег. Моржов сочетает в себе несочетаемые качества, как и сам Иванов. Например, выдуманный им город Ковязин узнаваем во многих городах русской провинции. Лучше всего противоречие этой книге выражает цитата из нее же. «Жить приходилось в сатире, а душа требовала эпоса». Удастся ли Моржову отстоять дом пионеров, а также что же обозначают слова «блуда» и «мудо», можно узнать, прочитав саму книгу. Кстати, найти ее можно в центре чтения Дворца книги. А вы читали книги Иванова? Делитесь в комментариях.